Сегодня пятница, 25 декабря, Коляда. Славяне отмечают праздник, когда день на воробьиный скок прибыл и начинает разгораться зимнее солнце. Колядники рядятся, изображают зверей, чертей, с музыкой, с торбами, в которые собирают угощения, гуляют по улицам, поют колядки. Коляда – это веселое божество, солнце-младенец, рожденный в канун Нового года, до наступления которого осталось 6 дней.